Завершено судебное дело между Федеральной антимонопольной службой, областным правительством и автономной некоммерческой организацией «Цивилизация». Напомним, «Цивилизация» была создана в 2017 году для реализации проектов «Безопасный город» и видеонаблюдения в социальной сфере. По мнению антимонопольщиков, правительство Ульяновской области нарушило закон о защите конкуренции, необоснованно создав автономную некоммерческую организацию. Ведомство постановило до начала 2019 года прекратить финансирование «Цивилизации» в виде предоставления субсидий на обеспечение ее затрат. Дело было передано в суд. Суд первой инстанции принял позицию ФАС. Правительство региона решительно не согласилось с решением ограничения конкуренции и обратилось с жалобой в апелляционный суд. Вышестоящий суд подтвердил, что действия правительства Ульяновской области при реализации работы систем в виде фиксации нарушения правил дорожного движения нарушений не установлено. Министерство изначально стояло на позиции, что нарушений наших действий не было. Первая позиция. Вторая позиция. Мы учли позицию Федеральной антимонопольной службы, и с этого года уже субсидии предоставляются на конкурсной основе. Да, в этом году опять у нас конкурс выиграл «Цивилизация», других заявок подано не было теми компаниями, кто желал бы обслуживать систему в виде фиксации. Но вот, скажем так, работа совместно с Федеральной антимонопольной службой, она выглядит в том, что мы скорректировали свои действия. В принципе, сегодня система работает, сбоев не дает.